Железная дорога – путь повышенной опасности. Казалось бы, прописная истина. Однако в поисках самой быстрой дороги многие горожане игнорируют простые правила собственной безопасности. В целях предупреждения и профилактики несчастных случаев на железнодорожных путях сотрудники службы Брестского отдела внутренних дел на транспорте дежурят регулярно. В 2018 году на текущий момент на территории обслуживания нашего отдела не допущено фактов травмирования граждан объекта железнодорожного транспорта. Однако, к сожалению, в области еще такие случаи бывают. Вот, например, в мае месяце этого года на станции «Береза-город» в области был травмирован мужчина. Он переходил железнодорожные пути в установленном месте, но на запрещающий сигнал светофора. Во время съемочного процесса мы снимали на территории двух станций – Брест-Полесский и Брест-Южный. Нарушителей было немало. Увидев, что их снимают, одни убегали, другие просили не показывать в эфире. Люди, которые переходят железнодорожные пути в неустановленном месте, в отношении их составляются административные протоколы по части 5 статьи 18.3. Штраф до 2 базовых величин. И это в лучшем случае. В худшем – вред здоровью, угроза жизни, смертельный исход. А потому не стоит рисковать. Одна сэкономленная минута может стоить вам жизни. Живите секундой и помните, железнодорожные пути следует переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными переходами, тоннелями, переездами или настилами.